В областном центре благоустраивают улицы. Интервал улицы Камзина между Ладожской и Касправдой восстанавливается спустя 2 года. Смотрим далее. К работам, начатым 11 мая, в день используется в среднем 10-12 единиц техники и 30 человек рабочих. Подрядной организацией ТО-компания «Нурайстрой» начато восстановление благоустройства по улице Камзина в промежутке от улицы Ладожская до улицы Касправды. Подрядная организация ТО-компания «Нурайстрой» произвела полную замену теплотрассы на данном участке. Теперь очередь уничтожает следы раскопок. Теплотрасса полностью заменена. Микрорайон дачный и новый микрорайон Достык между собой по улице Камзина закольцованы. Все работы выполнены. Осталось только благоустройство, чем мы сейчас занимаемся. Как рассказала пресс-секретарь акима города Салтаната Кимбекова, в результате ремонта будет уложено 14 тысяч квадратных метров асфальта. На это из областного бюджета выделено порядка 1,5 миллиарда тенге.